Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас строит базы Райан. И насколько я помню, вот таких баз было то ли 2, то ли 3. Ну, в общем, для каждой из них понадобится одна сишка. Я, правда, не знаю, какой это вариант. Так, здесь у нас... Тут вроде 1, 2, 3, 4, 5 ящиков, если не ошибаюсь. И вот с этой стороны должен быть еще один ящик за сушилочкой. Да, вот здесь вот. То есть один железный топор. Но опять же, в этом ящике, по-моему, ничего полезного-то и не было. Так, ломай. Да, тут один ящик и станки. Готово. Все ящики открыл. Осталось только один станок сломать. Но у меня уже 92 шума. Так что чутка позже. Давайте смотреть. Микросхема, изолента. Вот это вот заберу. В последнее время не хватает. Здесь что? Ну, пусть будут талоны желтые. В этом ящике аптечки, бензин, желтые талоны. Тоже неплохо. Но опять же, сишки это пока еще не стоит. Так, это еще заберу. Ткань. А в этом ящике красные талоны. Хотя все по разным ящикам. Здесь, 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 здесь. Это мы схаваем, это забираем. Вот это забираем, разобрать можно. Но опять же, сишки явно не стоит. Так, мне с другой стороны дойти. Так, с другой стороны. Станки пусто. Неинтересно. Четыре доски неинтересно. Здесь тоже пусто. Ну, последний станок тогда ломаю. А мне еще 99 шума, даже так. И можно, в принципе, сваливать. Надо глянуть в пикапе, что есть тут. А тут чего? Просто платформа. Ясно, понятно. В пикапе пусто. В общем, вот такой вот лута за одну сишку. Явно того не стоит. Но мне надо было показать. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.